Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики нашего канала. Всех приветствую. Сегодня у нас будет видео про программирование пульта сигнализации с двухсторонней связи Sherkhan Logicar. Предыдущее видео у нас было установка сигнализации Logicar Sherkhan Logicar на автомобиль Gazelle. И было настроено, программировано было ключа, пульта, задержка стартера. Это автомобиль был Газел, дизельный. Из-за этого было, пришлось настроить функцию, чтобы долго крутил стартером. Как я вам обещал, сегодня я вам покажу поподробнее на настройки и буду прочитать и показывать на пульта, что где как нажать. Иногда мне на канале пользователи мне задают вопросы, что чего там как нажать, непонятно по инструкции. Даже у нас не такое видео, и с другого источника нам задают вопросы. И я вот решил все это, то, что нам вопросы задают, все это поподробнее записывать на видео и показать вам. Это видео будет длинным. Вам не обязательно на это видео на все посмотреть. Здесь будет в описании тайм-коды. По тайм-коду будет с каждого настройки свое обозначение. На тайм-код будет спереди наименование, допустим, задержка стартера, программируем задержка стартера, и будет тайм-код. Нажмете на тайм-код, и с того места видео будете посмотреть, как это программируется. Ну, сразу вот с тайм-кодом обойтись невозможно, потому что спереди есть функция, которую надо войти в меню программирования. Поэтому надо хотя бы посмотреть некоторые времена. Потом я когда скажу начнем, вот с того места можно уже нажать на тайм-код. Надо сначала изучать передний час, как войти в меню программирования. Sherkhan Logicar новой сигнализации, которые шли уже. Раньше они назывались там Sherkhan Magicar, теперь стал Sherkhan Logicar. Здесь в комплекте идет два инструкции. Почему-то оба одинаковые, не знаю, один серебристый, ну не серебристый, там чуть голубовато, один синий, ну темно-синий. Здесь оба все функцию здесь программировано, все одинаковые, здесь все всякие одинаковые это пишет. Ну, чуть по-разному. Я возьму какой-нибудь из них и буду вам сказать, как войти в меню программирования и какой кнопку когда нажать. Сперва нам надо изучать кнопки на самом пульте. Где антенна начинается, рядом антенна начинается первый, потом дальше второй, третий, конце, где цепочка, там четвертый. На пульте покажу, вот, и даже написано первый, второй, третий, четвертый. Чтобы не прилистать все страницы, чтобы где страница программирования, здесь спереди, как открываем, здесь это инструкции, здесь есть назначение, оглавление каждого самого страницы там. Где какую страницу что находится. А здесь есть 57 страница, это программирование брелков. Если у вас потерялся брелок, можно программировать. А есть здесь еще программирование функции с помощью брелка. Это выбираем эту функцию, меню, и переходим туда на эту страницу. 58. Находим 58 страницу.
58 страница. Нам нужен эта страница, чтобы программировать нужную нам функцию. Здесь нам что пишет? Программируем функцию с помощью брелка. Программирование функции системы с помощью брелка состоит из 4 шагов. Первый. Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в меню номер 1 снимите систему с охраном, выключите зажигание и нажмите одновременно кнопку 1 и 2. 2 секунд. 1 и 2. 2 секунд. Нажимаем, держим. Это вошел в меню программирования. Если 2 секунд другие кнопки не нажат, выйдет таким звуком. Вы и выйдет там с меню программирования. Дальше идет у нас вход в меню второй. Снимите систему с охраны, как на первом, то же самое. Выключите зажигание и нажмите одновременно кнопки 1 и 4, как на первом. Меню нажимаем 2 секунд, сирена подаст 1 раз, вспыхнет 1 раз, подтверждая тем самым успешным выполняя шаг 1, 4, одновременно 2 секунд. Характерный звук. Если вовремя не нажмем какую-нибудь из кнопки, сразу выйдет из режима. Мы с вами изучали в этом первом пункте, как войти в меню первый, как войти в меню второй программирования. Дальше у нас идет второй пункт. Второй пункт — это у нас нажмите кнопку 4 для выбора функции меню, которую требуется изменить. Число нажать должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 4 необходимо 4 раза коротко нажать кнопку 4 брелка. Каждая нажатая кнопка будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Теперь будем первый пункт и второй пункт выполнять. Нажимаем первый, второй. И дальше нажимаем сразу. Раз, два, три, четыре. Мы перешли на четвертый пункт. Если 4 раза нажали, четвертый пункт. Вот 4 раза позвучал, что в меню четвертый пункт. Если еще раз, здесь тоже, если не нажмем в течение 2 секунд, выйдет из режима, выйдет из режима программирования. Далее идет у нас пункт третий. Подождите несколько секунд, система подведет номер выбранный для изменения функции коротким сигналом сирены. Это то, что нам говорит, что надо подождать. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции. Если и не подождать эту функцию, значит сразу выйдет из режима. Сейчас покажу, как это делается. Теперь давайте посмотрим поподробнее. Это меню программирования функции, меню программирования функции номер 1. Кнопка у нас будет 1, 2. Одновременно нажимаем на 2 секунд и получаем один короткий сигнал. Потом с четвертой кнопкой выбираем пункт меню. После выбора пункт меню нажимаем назначение, вот у нас назначение кнопок. Если нам нужен, если 4 раза нажали четвертую кнопку, мы перешли на четвертое меню. Здесь автоматическая постановка на охрану, это стоит выключена. Автоматическая постановка выключена. Теперь мы будем включать его, посмотрим, он включится или нет. На этом пункте мы посмотрим, включит назначение кнопок второй с пульта. И объясню, почему здесь пишет, что вот подождите несколько секунд. Система подведет номер выбранного сигнала, будет соответствовать номеру выбранной функции.
Вот это почему это и говорит. Значит, если мы нажмем первый, второй, потом выберем вот четвертый пункт меню, 3, 4. Сразу если нажмем 2, это значит не получится, потому что вы если такой длинный гудок, значит из меню в программировании вышел. Поэтому говорится, надо ждать несколько секунд. Это почему? Это потому что что подтвердит выбранную функцию, подтвердит выбранную функцию, в которой первый, второй, допустим, мы выбрали 4 раз, да, вот 1, 2, 3, 4. Несколько секунд ждем, это вот 4 звукового сигнала, потом нажимаем нужную нам функцию, что выключит или включит. На четвертом нажимаем кнопку второй. Мы же на четвертом пришли и нажимаем второй. Здесь мы будем подключить автоматическая постановка на охрану центрального замка, запирание центральным замком. Давайте попробуем теперь по порядке, как это бывает. Теперь будем сделать по порядке. Вот объясню еще раз. Это у нас меню первый, функция меню первый. Нам надо нажать кнопку первый, второй. Нажимаем первую, вторую кнопку одновременно 20 секунд. После звукового сигнала четвертой кнопкой выбираем меню. 1, 2, 3, 4. На четвертом меню ждем 4 звукового сигнала, потом нажимаем вторую кнопку. Вот, мы выбрали второй пункт меню. Запрограммировали уже назначенная кнопка второй, меню четвертой. Теперь у нас автоматическая постановка на охрану запирания центральным замком. Сейчас посмотрим, он сам заблокируется или нет. Это после закрывания двери будет, наверное. Я сейчас нажму. Теперь давайте проверим. Вот у нас кнопка на двери, на одном двери стоит всего лишь. Закрываем, посмотрим, каким путем автоматическая блокировка идет двери. Почему-то 3 звукового сигнала шел. Это из чего, не знаю. Как видим, автоматическая блокировка произошел. Теперь будем это отключить эту функцию. Чтобы отключить эту функцию, надо разблокировать двери. Разблокировали. Еще раз нажимаем первый, второй, удерживаем. Четвертая кнопка, четвертый пункт. Четвертый. Ждем. Потом нажимаем первый. Первый это заводская установка. 1 звуковой сигнал, первая кнопка. Все, это был уже у нас автоматическая блокировка двери не будет. Давайте еще раз проверим. Дверь открыли, закрыли. Теперь смотрим на кнопку. Сколько секунд? Там 3 секунды уже, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 30. На 30 секунд должен был закрыться. Уже не закрывается. Значит, эту функцию отключили. Таким путем всю функцию запрограммируется. Сейчас покажу четвертый пункт. И потом по одному будем проверить. Потом будем сбросить на все функции
на заводскую. Меню программной функции номер 2, кнопка 1-4. Сначала нам надо определиться, что будем делать, что нам надо включить или отключить. Я долго посмотрел это второе меню, чтобы здесь демонстрировать какое-то меню, проверить, не нашел ничего. Вот здесь смотрю, есть это самое. Тахометр, контроль работы двигателя по сигналу тахометра, по сигналу генератора. На данное время вот стоит заводской, вот, заводской провод по тахометру. Сейчас будем переключить его по сигналу генератора. Если будем по сигналу генератора переключить, значит при автозапуске не будет заводиться автомобиль. Давайте проверим эту функцию. Это пункт меню второй, поэтому мы нажимаем 1-4, 2 секунд. Потом четвертой кнопкой нажимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десятое меню, сейчас прозвучит сигнал, потом нажмем второй. Нажимаем вторую кнопку. Все. Два звук прозвучал, значит, сейчас подключен по сигналу генератор. Машина не должна заводиться с пульта. Чтобы заводиться с пульта, сначала надо сделать резервуар. Сначала надо заводить автомобиль. Ручник подтягиваем. Если все нормально, не должен автомобиль заглохнуть. Как видим, заглох. Значит, определенный двигатель, работа двигателя не определился. Сейчас стоит провод по сигналу генератору, поэтому надо сейчас переключить по сигналу тахометру. На книгу посмотреть не надо, мы знаем, что будем делать. Нажмем первое меню, заводскую сейчас. Первый, четвертый, вошли в меню. Потом 10 раз это четвертую кнопку. Опоздал, извините. Первый, четвертый, потом 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подождем, звук позвучит, потом первый. Теперь нам надо вернуть меню заводской, не полностью, только это меню, то что вот тахометр или генератор. Опять надо войти в меню 2, это, для этого делаем, нажимаем кнопку 1-4, 2 секунды удерживаем, потом 4 кнопкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ждем. Нажимаем первый. Теперь у нас заводская установка меню, то что, которое на этот провод подключается тахометр. Теперь еще раз проверим. Заводим. Ручник подтягиваем. Ключ поворачиваем, втаскиваем. Все. У нас уже запрограммирован функцию тахометра. То, что у нас провод это подключен на тахометр. Если ручник опустим, машина заглохнет. Это функция резервуар, который обеспечивает безопасность, то, что вот при скорости, чтобы не включить, случайно не нажать автозапуск.
Сейчас, если вот ручник опустили, нажмем автозапуск. Вторая кнопка 2 секунд. Файл. Ошибка. И там номер показывает номер ошибки. Номер ошибки можно посмотреть в инструкции. Теперь еще раз объясню. Потом начнем. У нас в описании будет тайм-код, который по тайм-коду нажмете, вот будете переходить в это меню, какой вам нужен. До этого часто видео надо посмотреть все инструкции, что это кнопки обозначения, там функции, как войти в меню программирования. Еще раз объясняю. Вот это четвертая кнопка у нас пролистание. Если у нас меню первый, да, вот здесь идет первый на первый, это значит меню первый, функция первая, меню второй, функция вторая, потом меню третий, функция третья, меню первый, функция третья, и дальше туда. Здесь сколько, здесь, короче, 15, всего лишь 15 функций есть в этом меню первом, а во втором есть 19. Я уже посмотрел, прочитал. Это у нас меню второй, функция. Со своим функцией мы здесь видим 2.1. Это значит, что это меню программируемых функций 2, это функция 1. Это на его функцию, а только меню это второе. Второе меню, первая функция. Второе меню, вторая функция. Вот так идет дальше. Здесь всего 19 их. Вот. Второе меню, 19 функция. На пульте здесь четвертая кнопка пролистания, это означает, что вот если мы вошли в меню второй, это нажали, сначала нажали на первую кнопку, вот, на первую и на четвертую одновременно нажимаем, вот, давайте проверим вместо этого первый, четвертый. Сейчас. Нажали, потом идем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Еще раз нажмем, выйдет из меню программирования. Значит, всего лишь 19 меню здесь. Вот таким способом вот переходим туда, на это меню. Вот четвертая кнопка у нас пролистание. Пролистали, вот какой именно, где остановилось. Вот, допустим, нам нужна функция импульс 2 секунды на выход стартера при окончании автоматического запуска. Заводской, это первый заводская, везде первый заводской. Здесь импульс не появляется. Если, вот, допустим, на 17 в меню функцию пришли, 17 раз нажали четвертую кнопку, 17 раз, потом ждали и услышали 17 раз гудок, потом после 17 раза гудка нажимаем, либо если нам нужен 4 секунды, если нам нужен извините, здесь это мы делаем, появляется первый импульс, появляется второй импульс, нажимаем либо
вторую кнопку, либо четвертую, третью кнопку. Четвертую у нас пустой. Функции нет. Алгоритм работы белого провода, там есть при автозапуске, есть 18 в меню, зажигание или аксессуары. Теперь приготовьтесь, если кому нужна какая-то функция, там в описании есть с каждого наименования и там код на видео. Нажмете туда, сразу же будете переходить туда, чтобы при середине видео не искать, какую функцию как включить. Итак, меню программирования функции номер 1, кнопка 1.2. Будем включить функцию отпирания замка багажника в режим охраны, только когда функция 27, номер 27 в значении 1. Это первая кнопка у нас управления замком багажника выключенным, отпирание багажника с отключенным датчиком ударом или концовка багажника, отпирание багажника со снятым режимом охрана и отпирание центральным замком. Четвертая функция, пункт отпирания багажника со снятым с режимом охраны. Теперь, чтобы это из них какой-нибудь выбрать, нажимаем первый, второй. Потом нажимаем один раз. Четвертую кнопку выбрали мы. Первый пункт, после прозвучания звука, какой-нибудь из них нажимаем. Я не буду нажимать, потому что не хочу все это включить. Идем дальше. Теперь еще раз, чтобы выбрать меню второй, нажимаем первую, вторую кнопку еще раз, чтобы войти в меню. Потом нажимаем четвертую кнопку, пролистаем. Раз, два. Выбрали второй пункт. И выбираем, какой из них какой нам нужен. Вот. После прозвучания два раза сигнал мы находимся. Это прозвучение. Прозвучение нам означает, что вот мы находимся в меню второй. Если два раза прозвучало, если три раза, значит в третьем. Вот таким путем все выбираем, все пункты самые запрограммированные. Если возникнут у нас у вас вопросы, задавайте вопросы в комментариях. Мы обязательно вам ответим, как чего делать. Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. У нас такие видеоролики полезные, изучительные видеоролики много и будет. Несмотря что я разговаривал с акцентом, раньше я снимал видеоролики на азербайджанском языке. Ну, я же иностранец, но все равно снимаю видео для людей, чтобы они изучали. Потому что я нахожусь в Москве. Работаю здесь, в Москве. Мне нужно общаться с людьми на русском языке, чтобы они приехали ко мне. Если они сами не смогут, мы сделаем официально, как надо. Если они сами не смогут. Если не смогут, пускай смотрят на наше видео, сделают, научатся. Теперь перейдем на второе меню. Здесь то же самое, как на первом меню. Перед видео тоже сказал, как войти в меню. Еще раз объясняю. Некоторые иногда вот на видео заходят с середины, или некоторые не увидят места, не до конца смотрят. Это для этих людей. Вот, чтобы войти в меню программирования функции номер 2, первая, четвертая кнопка нажимаем, удерживаем 2 секунд.
после прозвучания звука с четвертой кнопки пролистаем, если нам нужен третий пункт, функцию, и три раза нажимаем, ждем, чтобы подтвердилось, сигнализация подтвердила, что третий, вот, три раза позвучал, потом нажимаем какой-нибудь из них. Если не нажмем, выйдет из меню программирования. Спасибо всем за просмотр. Если у вас какие-то вопросы, задавайте нам, мы ответим вам. Если про какое-то видео, если хотите какое-то видео увидеть на нашем канале, допустим, какой-то сигнализатор не сможете программировать, функции изучать, мы это сделаем, поставим, либо какой-нибудь магнитолог, как установить, где установить, каким способом сделать регировку. Вот, допустим, у нас магнитола, вот, установили, не снимали видео, если никому не нужен. Если кому-то нужен, мы сможем настройки там всякие показать вам. Спасибо за просмотр, до следующего видео.